У нас есть следующее задание. Нужно найти сумму делителя каждого из целых чисел от 50 до 70. Значит, нам нужно здесь организовать две переменные. Пусть это будет а равно 50, также b равно 70. От 50 до 70. Теперь давайте попробуем решить эту задачу с помощью цикла while. Пока а меньше или равно b, то есть а у нас не должно быть больше b, тогда мы возьмем следующую переменную, пусть это будет s равно 0. То есть это переменная, где будут суммироваться наши делители. Делители числа именно, да? Дальше. Для делителя мы организуем следующий цикл. For i in range. Значит, i у нас будет меняться от единички до a плюс 1. То есть у нас первое число 50. Значит, range у нас второе значение не включительно, поэтому плюс 1 берем. То есть с единички до 50 все элементы нужно разделить на 50. И нужно найти среди них делители. Для этого делителем числа считается то число, которое делится без остатка. Значит, условие будет такое if. То есть если наш a будет делиться без остатка на i, то есть на единичку, на двойку, на тройку, на четверку, до 50, да? Тогда до нуля, тогда наша сумма должна это зафиксировать. То есть s, переменная s отвечает s плюс 1. S изначально у нас 0. А, нет, не 1, а i. На эту сумму должно увеличиться. Ну, то есть на число, которое считается делителем a. То есть делитель это то число, которое делится на a без остатка. Вот это число мы суммируем. То есть для этого отвечает у нас переменная s. Переменная s будет суммировать все делители. То есть если вот мы 50 разделили на 1, 50 делится на 1 без остатка, значит первое значение i это будет единичка. 0 плюс 1, значит здесь будет s уже с этого момента будет 1. Дальше, когда следующий цикл попадется, число 2. И вот это 50 делим на 2. Если следующее число делится без остатка на 50, тогда получается это число тоже будет сюда суммироваться. 50 делится на 2 без остатка, да, 25 у нас получается. Тогда уже 1 плюс 2 и будет это 3. В данный момент получается мы нашли двух делителей и это будет в сумме 3 и так далее. То есть с единички до 50 все значения, 50 значений, мы должны разделить на 50. Точнее, 50 делим на эти все числа. И среди них находим делители. А делитель это то число, которое делится без остатка. Так, здесь мы суммируем. Дальше просто что делаем? Берем, выводим это значение на экран. Вывод у нас будет вот здесь. Print. Давайте, чтобы красиво было на экране читабельно, я буду писать так. А, то есть значение, которое делится. И будем разделять через тире, да, наверное. Так, можно оставить, можно нет, да. И саму сумму. За это у нас отвечает S. И каждое число пусть будет на новой строке. Тогда используем end. И слышим. Новая строка это у нас слышим. Все. Здесь получается мы нашли. Вот например 50 разделили от единички до 50. Нашли эти числа, просуммировали. Мы нашли за число 50 все делители и просуммировали вот в этом месте. А следующее число, то есть чтобы перейти на 51, да, тогда мы должны а увеличить на i.
Тогда это будет а равно а плюс на не i на 1. То есть а будет каждый раз увеличиваться на 1. Чтобы 50 потом перешел на 51, 52 и так далее. То есть до 70. А условие цикла такое, что мы не должны превышать. То есть а может быть b равно или меньше, но не больше. Поэтому когда дойдет до 70, 71 уже не проходит тело цикла. Давайте попробуем запустить и проверим. Так, получается, run, это у нас вот числа наши, вот 50, сумма этих чисел, получается, делителей, сумма делителей числа 50, 93. То есть сначала было 1, 2 мы нашли, потом на 3 не делится, на 4 не делится, на 5 делится. Это у нас получается следующее число. 5 это 8, потом еще 50 делится на 10, это уже 18. Потом делится на 25, это 43. И 50 еще делится без остатка на 50. Тогда получается 43 плюс 50 и вот 93. Вот таким образом у нас все значения делятся. Вот таким образом. У меня здесь экран не показывает до конца. Но 70, сумма числа 70 это 144. В принципе, чтобы было видно, можно вот этот end не добавлять. Можно просто пробел. Давайте попробуем, чтобы вышло в строчку. Но здесь немного непонятно, да? Вот 70 это 144. Вот таким образом можно решить данную задачу.